Друзья, всем привет! Родители Димаша Кудайбергена опубликовали трогательное видео, на котором их сын Мансур играет на гитаре, даже сидя на заднем сиденье автомобиля. Наверное, маме приятно, что и второй сын занимается музыкой, а потому она выложила видео в Инстаграм. Давайте попробуем угадать прозвучавшую мелодию. Кто догадался, пишите в комментариях. Зрители со всего света стали благодарить маму Мансура за интересное видео. Ицар Морена из солнечной Испании написала: «Мистер Канат, спасибо, что поделились этим прекрасным видео. Мы любим видеть вашего сына Мансура. Мы любим видеть, как он наслаждается музыкой и с каждым днем становится довольно великим человеком. Я желаю вашей семье чудесного дня». Ирина Алиханович. Канат Кудайбергенович, Светлана Ермековна, Мансур, спасибо за ваш добрый привет. Сразу так тепло на душе. Хорошего вечера всей вашей семье. С любовью и уважением из России. Татьяна Тамарова написала: «Приятно ехать под музыкальное сопровождение любимого сыночка. Вот и подрастает достойная молодая смена. Радуемся Мансуру и вам, дорогие. Скучаем по Димашику». Друзья, как вы знаете, Димаш Кудайберген много раз выступал со своим братишкой Мансуром. Они виртуозно играли на домбре. Мансур, как и его брат, мультиинструменталист, играет на нескольких инструментах. Друзья, всем большой рахмет за внимание!